Всем привет! Вы на канале Pixelenger. Сегодня я нарисую маленький простой рисунок для тех, кто любит рисовать что-то поменьше и побыстрее. Это будет яркое яблочко. Рисунок будет занимать по ширине 13 клеточек, а по высоте 14 клеточек. И чтобы нарисовать яблочко, я взяла черный фломастер для контура и раскрашу яблоко зеленым, красным и желтым цветом. Берем черный фломастер и начинаем рисовать контур яблочка. Начинаю рисовать от нижнего левого угла. Например, эта клеточка будет нижний левый угол. Вверх отсчитываю 4 клеточки и останавливаюсь. 1, 2, 3, 4. И закрашиваю вверх 7 клеточек. От вот этой верхней клеточки поворачиваем вправо по диагонали вверх, отмечаем клеточку, и еще одну вправо. Две клеточки закрашиваем по горизонтали. От этой клеточки по диагонали вверх-вправо отмечаю клеточку. 7 клеточек вправо закрашиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От этой клеточки по диагонали вниз-вправо отмечаем клеточку. И еще одну вправо. Две клеточки. Вправо по горизонтали закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, закрашиваем вниз 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обводим 7 клеточек по вертикали и закрашиваем. От нижней клеточки по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем. И от этой клеточки еще одну клеточку вниз по диагонали влево закрашиваем. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку, 7 клеточек влево закрашиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обводим 7 клеточек по горизонтали и закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх влево одну клеточку закрашиваем. И от этой клеточки еще одну клеточку по диагонали вверх-влево закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки пропускаем вправо 3 клеточки, на 4 останавливаемся. 1, 2, 3, 4. И закрашиваем вправо по горизонтали 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим и закрашиваем. Находим этих 5 клеточек серединку, вот она, и идем вверх. Одну клеточку закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем влево, отсчитываем 3 клеточки. 1, 2, 3 и вверх. Одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки одну клеточку по диагонали вверх-вправо закрашиваем. Теперь берем зеленый фломастер и начинаем раскрашивать яблочко. Сначала раскрасим зеленым вот эту всю нижнюю полосочку. Здесь 7 клеточек закрашиваем. От этой клеточки 4 клеточки влево закрашиваем. От этой черной клеточки 5 клеточек вверх закрашиваем. От этой клеточки 2 клеточки вверх закрашиваем. От этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вверх одну клеточку закрашиваем. Теперь берем красный фломастер, вот эти 2 клеточки закрашиваем. От этой клеточки 2 клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки идем вниз и вправо 3 клеточки закрашиваем. От этой клеточки одну клеточку вниз закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, отмечаем клеточку, закрашиваем вправо 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От этой клеточки 2 клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки 2 клеточки вправо пропускаем, на 3 останавливаемся. 1, 2, 3. И закрашиваем вправо 3 клеточки. Теперь от этой клеточки идем вниз и закрашиваем полосочку вот сюда, до этого контура. Здесь 7 клеточек. От этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вниз и закрашиваем вправо 5 клеточек. А
теперь берем желтый фломастер и все остальные белые клеточки закрашиваем. Но вот эту клеточку и вот эти две оставляем белыми, это блики. Вот такой простой рисунок, простое яблочко, маленькое, несложное, но яркое и аппетитное. Кому понравился мой рисунок, не забывайте ставить лайк под видео, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем пока-пока, до новых встреч на канале Pixelenger.